3 октября 2023 год, сейчас спутник Starlink будет смотреть точно между Мицаром. Вау, классно! Сейчас еще будет, ребятки, он еще один на подходе, спутничек. Вот он наш красавец, смотри. Ну, практически там же пролетает. Ну что, по-моему, первый раз у меня получилось так навестись. Ну, тут хорошо, что конкретная звезда. Но он там еще на подходе, несколько секунд подождем. Тоже где-то в этой области пролетит. Чуть более бледный, но от этого не менее ожидаемый спутничек. Сейчас я так посмотрел, то, что нам обещают прогнозы по перемещениям, чуть выше будет, да, чуть выше. Мицара, вот он пошел, вот он наш замечательный красавец. Щух, это уже третий из поезда. То есть в течение 4 минут, это бледненькие спутники, их практически не видно невооруженным глазом. Звездная величина 3 с небольшим. Но благодаря оптике, это Nikon Coolpix P1000, увеличение такое довольно приличное сделано. Еще один спутничек подбирается. И они постепенно смещаются от Мицара левее, ну то есть в данном случае левее, это к звезде Ковша, которая, вот он еще один спутничек пролетает. Смотри, какая красота. То есть видно и сейчас, что для нас он влево смещается, а крайней звезде Ковша. Давай, может, нам даже придется переместиться чуть-чуть. Вот так сделать. Пойдем. Пойдем навстречу. Вот еще один подлетает спутничек. Может, увеличить чуть-чуть. Да, вот видно, насколько они уже существенно сместились в сторону влево. Еще ждем несколько секунд. На подходе к нашему перрону еще один спутник. Уже практически посередине пролетает спутник между крайней звездой Большой Медведицы и Мицаром. Давай, может, наоборот, уменьшим. Вот. Наверное, тускленько. Но вот сейчас будет видно, вот спутничек. Уже, наверное, не будет хватать светосилы, если я в объективе еще наблюдаю что-то в окуляр фотоаппарата. Вполне допускаю, что на экране смартфона, у меня смартфон здесь в доступности, другого нет ничего, будет совсем тускленько. Вот еще один движется спутничек сейчас будет. Посмотрим, попадаем мы хоть. Попадаем. Вот он наш красавец. Щух. Кстати, мимо какой-то звезды тоже пролетает, да? Это уже... Так, ну что, пожалуй, достаточно. 20.01. Не будем перебарщивать. Он еще один летит. Уведу я чуть-чуть. Вот у нас крайняя звезда. Большой Медведица. И вот у нас спутничек. Подождем. Будем ждать оказии, когда более яркие будут пролеты, то есть большая звездная величина будет у спутников Starlink. И
не придется нам так сильно увеличивать. Вот еще один подлетает, ладно, я его жду. И enough. В общем, что-то получается. Вот он наш красавец. Ладушки.